Я питаюсь здоровой пищей, в большинстве своем. Несмотря на это, у меня бывают вредные странные перекусы. И вот сегодня мне стало любопытно, сможет ли хоть одна пиццерия исполнить мой самый абсурдный заказ. Я позвонил в разные заведения и попросил их ее поджарить до состояния, вот как будто она реально из пожара сбежала. Сейчас я уточню у директора, возможно ли такое вообще сделать. Честно, сложно. Впервые подходить мне сказать с такой просьбой. Замечательно! Меня обрадовал ответ, поэтому я начал усердную подготовку к этому непростому приему пищи. И вот, когда уже все было готово, мне оставалось лишь ждать прибытия курьера. Вот, кстати, и он! Пиццерия попросила остаться анонимной, и я пошел смотреть, что внутри этой коробки. Момент истины! Ну, пахнет прям углями! Они перевыполнили миссию! Это полностью сгоревшая пицца! Странный перекус удался!